В 10 сельских округах региона, одном селе и одном городе районного значения прошли выборы акимов. В частности, избирательные кампании были охвачены ряд округов. Айтекибисского, Алгинского, Байганинского, Каргалинского и Шалкарского районов и город Темир. В результате были переизбраны 5 бывших акимов. В числе победителей – госслужащие, работники бюджетных организаций и коммерческой структуры, а также 2 временно безработных. Были задействованы 6 районах, 26 участков избирательной комиссии. По 12 избирательным округам выдвинуты 43 кандидата. 10 от партии «Аманат», 1 от партии «Ак-Жол», 32 кандидата путем самовыдвижения. Из них 34 госслужащих, 2 работника бюджетной сферы, 3 работника коммерческих организаций, 4 временно безработные. До изготовления бюллетеня отменена регистрация 5 кандидатов, после изготовления бюллетеня отменена регистрация 1 зарегистрированного кандидата. В выборах участвовали 37 кандидатов. В голосовании участвовали 9201 избирателей из 14116, что составляет 65,2%. Наибольшая явка составила 87% в сельском округе Степной Каргалинского района, наименьшая 46,8% в Маржамбулаховском сельском округе Алгинского района.